Здравствуйте, с вами вновь сервисный центр «Доктор Кофе Машин», и сегодня мы поговорим о обслуживании и ремонте редуктора в кофемашине Philips Saeco X-Small. Покажу это я на частично разобранной кофемашине, но в принципе смысл будет ясен, тут особо сложного ничего нет. В данном случае этих кофемашин либо Philips вот подобного вида, либо Saeco X-Small, их довольно-таки много моделек, но выглядят они все примерно одинаково. Округлый корпус, небольшие габариты, простое устройство, и внутреннее устройство у них тоже весьма и весьма схоже. В данном случае мы будем говорить, естественно, о редукторе. Здесь машинка уже частично разобрана, это не важно, потому что редуктор на этой кофемашине разбирается без демонтажа корпуса. Здесь идет боковая дверка, ее нет, но по факту на собранной машинке она, конечно же, есть. Что нам нужно сделать? Дверку эту мы просто открываем, убираем отсек для жмыха и видим вот такую вот картину. Здесь стоит также заварочный узел, его мы также извлекаем. Далее, что мы делаем, чтобы нам добраться до редуктора? Здесь находится штуцер подачи горячей воды в заварочный узел для заваривания кофе. Он крепится на двух винтах вот здесь. То есть винты мы выкручиваем и штуцер просто вниз стягиваем. Все. На этом у нас подготовка к разборке редуктора, собственно, завершена. Что мы делаем дальше? Дальше мы откручиваем винты под десятую звездочку. В большинстве машин они идут именно под звездочку и под десятку. Открутили 1, 2. Там сверху 3, 4. И еще вот здесь вот 5-й. Откручиваем. Да, они не магнитные, естественно. При более полном разборе кофемашины обязательно нержавеющие винты, которые вот вы отсюда выкрутили, верните сюда же, потому что если вы сюда вкрутите другие винты, в этой кофемашине есть черные оксидированные, то есть они не из нержавейки сделаны, и в этом отсеке они очень быстро сгниют, поэтому в этот отсек вкручиваются только винты нержавеющие, то есть на это тоже обратите внимание. Мы выкрутили 5 винтов, и теперь просто на себя стенку тянем и вытянули. С противоположной стороны она имеет вот такой вот внешний вид. Что мы здесь видим? А мы здесь видим устройство простейшего редуктора. Что в этом редукторе может быть неисправно? В основном, естественно, в редукторе может быть неисправен микропереключатель. То есть, соответственно, чтобы этот микропереключатель достать, нам нужно открыть редуктор, этот микропереключатель на себя снять, прозвонить. И если мы увидим, что он неисправен, то его можно отцепить от проводов, ну и, соответственно, заменить. В этом ничего сложного нет. Также здесь есть второй микропереключатель, который отвечает, показывает машинке, есть ли в ней заварочный узел или его нет. Иногда бывает, что неисправен он, то есть какой-нибудь ребес контактов, или в принципе контакты обгорели и микрик не срабатывает. Соответственно, он тоже просто извлекается со своего места и меняется. Вот. Далее, что мы можем сделать? Здесь вот сейчас, как я и говорил, машинка уже наполовину разобрана, нет мотора редуктора. По факту здесь находится мотор редуктора, вот в этой нише. Иногда бывает, что он, соответственно, сгорает, или в нем появляется мертвая точка, или он сгорает совсем, бывает всякое. Эти моторы отдельно в продаже у нас также есть, поэтому при неисправности мотора мы его снимаем, проверяем, если он неисправен, то мы его отсоединяем от этих двух контактов, это контакты мотора редуктора,
И также мы можем этот мотор здесь, соответственно, заменить. Эти моторы есть у нас отдельно в продаже в нашем интернет-магазине. То есть, поэтому тут ничего такого страшного и сложного нет. Также может быть, что сюда попали остатки жмыха, ну, при неправильной эксплуатации, мало ли. Поэтому можно части редуктора таким вот образом снять. Тут всего две шестерни, на них заводская смазка, как правило, старая. Когда мы, ну, то есть, если у нас здесь все в грязи, мы можем снять шестерни, можем их протереть, соответственно, и после чего можем поставить их на свое место. Но, естественно, нам шестерни поставить на свое место так, чтобы потом, ну, правильно спозиционировать вал, чтобы на него сел заварочный узел, будет сложно. Но что нам сделать, чтобы это все спозиционировать? Допустим, по какой-либо причине мы разобрали редуктор, привели его в порядок. То есть, либо заменили микропереключатели, либо заменили мотор редуктора, либо просто редуктор вычистили от загрязнений, то есть устранили проблему. Поставили все это обратно, но вал, он у нас стоит непонятно как. Заварочный узел обратно не вставляется. Что нам для этого нужно сделать? Естественно, мы редуктор собираем. Просто задвигаем сюда крышку редуктора, закручиваем 5 нержавеющих винтов, не потеряйте их. И теперь, что же нам делать дальше? А все довольно просто. Нам нужно одновременно, ну то есть нам нужно, чтобы машинка спозиционировала вал редуктора так, чтобы на него встал заварочный узел. Что нам для этого нужно делать? У машинки для этого есть микропереключатели. Этот микропереключатель нажимаем, он здесь вот находится, вот его лапка. То есть при открытой дверке, при извлеченном заварочном устройстве. Машинку включаем в сеть, она включилась, но мигает восклицательным знаком, мол, закройте дверку, там ставьте заварочный узел. Это мы зажали, то есть можно для того, чтобы поджать микропереключатель, взять какую-нибудь мягкую трубочку силиконовую, или что-то типа того, и ее туда вставить, чтобы руки-то у нас всего две, а микриков три. Вот так вот вставили. Поджали второй микропереключатель, который находится вот здесь, в этом месте. Там, ну, он находится внутри и около редуктора. Здесь, в данной машине, он уже снят, но по факту здесь вот находится лапка второго микропереключателя. Нажали на нее и нажимаем вот на эту лапку. И у нас вал редуктора вот этот начинает крутиться. То есть нажали, отпустили, машинка крутит валом редуктора, эти два концевика у нас зажаты, она крутит, крутит, крутит и ставит вал редуктора в то положение, ну, в которое нам необходимо, то есть в стандартное статичное положение. Все. Машинка отработалась шестернями, вал редуктора перестал крутиться, встал на свое место. Ну, как бы перестаем нажимать на этот микропереключатель, снимаем поджим с этого микропереключателя, после чего пробуем поставить заварочный узел. И если мы все сделали правильно, заварочный узел у нас встает на свое рабочее место до щелчка. После чего мы закрываем дверку, ставим бункер для жмыха. И, соответственно, машинка у нас работает дальше. Ну и не забываем перед тем, как вот ставить заварочный узел на место, поставить на свое место штуцер, который здесь находится. Вот. В принципе, эти редуктора довольно надежны, и моторы в них ломаются, сгорают крайне редко. Микропереключатели выходят из строя в них тоже крайне редко. Но такое иногда бывает. Вот, ну, поэтому я и решил снять такое видео. На микропереключатели, которые здесь есть, я оставлю ссылку в описании под видео. На мотор редуктора я тоже оставлю ссылку в описании под видео. Ну и в любом случае, если нужны какие-то запчасти для ремонта, можете просто перейти на наш сайт и найти там, ну, практически любую деталь, которая необходима для какого-то обычного стандартного ремонта на большинство кофемашин.
Ну, думаю, на сегодня на этом все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал и ждите новых видео. До свидания.